Говорит и показывает стадион КамАЗ. Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Приглашаем вас в набережные Челны на очередной поединок. Челнинский КамАЗ принимает крепкий тольяттинский Акрон. Вновь на Юкина. Подача Руслана. Пальцев переигрывает защитника. Прыгнул выше оппонента. Команду покинул. Наверное, на тот момент. Вот, смотрим, что это здесь у нас. Напомню, не так давно Акрон остался в меньшинстве. Здесь Бабаев удар прицельный, счет открыт. 1-0. КамАЗ выходит вперед усилиями Владлена Бабаева. Ох, как технично. Даликин зацелен на передаче и 2-0. Пальцева необходимо отметить передачу. Его финт 2-0. Имея численный перевес, это, конечно, уже серьезная заявка на победу. И мой прогноз. Сейчас посмотрим, чем закончится атака. И третий блестящий мяч влетает в ворота команды Акрон. Отличается Данил Шамкин. Третий мяч за КамАЗ в нынешнем сезоне. Гаглоев. Уходит от вратаря. Здесь чистейший 11-метровый. Короткий разбег. И великолепное исполнение. 4-0. Александр Гаглоев. Савичев. Проникающая передача. Что здесь? И на точку показывает Михаил Черемных. Мамин выручает свою команду. Хорошая такая передача. Но здесь Махамад. Аплодисменты ему. Итак, звучит финальный свисток. Поздравляем всех поклонников КамАЗа.